Во-первых, я вам хочу сказать большое спасибо за то, что вот этот период, последние 3-4 года, когда я был и нахожусь еще в должности президента, мы провели очень много совместных предприятий, мероприятий. Вы меня поддерживали, я вас поддерживал. Вы знаете, что за этот период впервые у президента появился советник, который непосредственно работает с представителями других национальностей. Мне не нравится название меньшинства и так далее. Я предлагаю вообще ее снять из нашего общения, из нашего лексикона и вообще из законодательства. Потому что у нас нет большинства и меньшинства. У нас мы все граждане Республики Молдова, и нам нечего делить. И вы знаете мою позицию принципиально по этому поводу. И здесь никаких разных мнений не должно быть. Вы знаете мою четкую и последовательную мнение, позицию, то, что касается нашей общей родины Молдовы и насчет того, как мы должны жить здесь в мире. И в течение последних 4 лет, но и до того, когда я был депутатом, я всегда последовательно продвигал именно эту идею, что вне зависимости от национальности, молдаване, русские, украинцы, евреи, здесь все есть. Греки вижу чуть-чуть подальше, вот и белорусы здесь прямо рядом смотрят на меня, и гагаузы там, и так далее, и так далее. Мы все жители этой страны. Нет, нечего нам делить. Мы вам благодарны за мэра города. Многие наши люди, наши граждане, вот рядом со мной сидит Андрей, молодец, он сам из строительной организации, он подчеркнул это, и я хотела об этом вам сказать, что заметное улучшение, я ему тоже написала в смс-ке с праздником и поблагодарила. И люди это отмечают и замечают. Поддерживайте таких людей.